счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды осознать, что жив, здоров, что солнце светит, и будет новый день опять. Всех приветствую, будем говорить о праздниках 23 сентября. Поехали! Праздник – День государственного языка в Кыргызстане. Национальный день охотников и рыболовов в США. День осеннего равноденствия в Японии. Еще День памяти жертв геноцида в Литве. В этот день есть еще необычные праздники. День чайных драконов, день отдыха от забот. А в народном календаре Петр и Павел рябинники. Именины в этот день отмечают Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен и Татьяна. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1848 году день рождения жевательной резинки. В 1733 году открывается Эрмитажный театр в Санкт-Петербурге. В 1862 году граф Лев Толстой женился на Софье Андреевне Берс. В 1879 году изобретен слуховой аппарат, названный аудиофоном. В 1894 году создан первый французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда». В 1908 году открылся университет Альберты. В 1912 году выпускается первый американский немой фильм. В 1915 году русские войска во главе с генералом Деникиным взяли Луцк. В 1918 году основывается Санкт-Петербургский физико-технический институт. В 1925 году принят закон об обязательной воинской повинности в СССР. В 1939 году на Всемирной ярмарке в Нью-Йорке заложена капсула времени. В 1943 году советские войска во время Второй мировой войны освободили от фашистов город Полтаву. В 1952 году американский боксер Рокки Марчиано стал чемпионом мира в тяжелом весе среди профессионалов. В 1974 году первый телетекстовый сервис был запущен в Британии. В 1981 году в Квебеке запрещены общественные плакаты на английском языке. А в 1988 году в Москве был открыт музей Шаляпина. В 1991 году подмосковный город Загорск переименован в Сергиев Посад. И в 2002 году открылось совместное предприятие GM АвтоВАЗ. И родились в этот день. В 1902 году Надежда Кашеверова, советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1916 году Альдо Моро, итальянский государственный и политический деятель. В 1920 году Людмила Крутикова-Абрамова, советский и российский писатель, литературный критик, общественный деятель. В 1938 году Роми Шнайдер, австрийская актриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино. И в 1943 году Хулио Иглесиас, испанский певец. Не убрав в себе лень, мечту не достичь. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Всем хорошего настроения. До новых встреч!